Миссия 67. Поцелуйчики! О боже. Я знаю, что ты еще знаешь! Джокер все еще жив, но тебе его не видеть. Битва кисок. Последняя битва сильно потрепала Харли, и она теряет силы. Восстанавливайте здоровье с помощью коронного приема круг, пока выбиваете из женщины-кошки ответы. Восстанавливайте здоровье с помощью коронного приема, пока вы убиваете, бла-бла-бла. Используйте коронный прием, чтобы получить здоровье, победить женщину-кошку. Сделать 75... Что? 75 целу... А, это, видать, этот коронный прием. Выиграйте супер приемом. Окей. Ах ты, тварь! Она мне ничего сделать даже не дала! Надо, наверное, комбо ей нанести, потом только восстанавливать здоровье. Вау. Не, ну конечно, пипец. Сейчас я сразу с 10-го пройду. Какие же долгие подзагрузки здесь, а? Ну вот. Охереть. Это забавно выглядит. Ау. Ау, больно же. Да ты тварь. Засранка. Ах, ты же тварь, а? Какого хрена ты посмела сделать со мной? Еще и переход по уровню сделала, вот же засранка. Тупая кошара. Вонючая помойная котяра. Иди нахер. Я пытаюсь сделать комбо, у меня не получается. Сейчас ведь убьет. Ну вот же тварь. Вонючая тварь. Вонючая поганая тварь. Иди в лоток погать. У меня не получается комбо за нее сделать. Что-то у меня руки из жопы растут, видать. Или я очень сильно нервничаю? Сильно нервничаю. Да. Пошла нахер. Боже, удар спас... Убогая тварь, а! На ярмик кнопочку круг! Вали отсюда! Поцелуйчики, поцелуйчики! А теперь я тебя перекину по уровню, поняла, да? Лети отсюда, дорогая моя! Лети, лети, лети! Попробуй только поперди. Мне надо поцелуйчики, поцелуйчики мутить. А, все, окей. Есть, я словил ее. Полетела отсюда! И сейчас я должен еще ее убить суперприемом. И еще это комбо можно комбинировать.
Точнее, этот удар добавлять в комбо. Потому что, видите, она взлетает после этого взрыва. И добивать ее, если захочется. Ну да ладно. Женщина-кошка всасывает! Ей! Мисс 68, чего молчишь? О боже мой. Я не заговорю, я же киса! Заговоришь, заговоришь! Поймав женщину-кошку, Харли надеется получить ответы на некоторые вопросы. Удерживайте показания обеих шкал над чертой, пока не закончится время. О боже мой, только не это снова. Победите с одной полной шкалой. Победите, сохраняя уровень стресса выше 25%. А, черт. Чё это? Что это? Начать заново. Я сейчас буду нажимать попеременно кнопочки квадрат и круг, потому что если их нажимать одновременно, я помню, то ничего не работает. По-моему, это было в какой-то миссии уже. За Соломона Гранди, что ли? Да, я просто сейчас нажимаю левым указательным пальцем по квадрату и левым указательным пальцем правой руки по кругу. Ну, в смысле, двумя указательными пальцами нажимаю кнопки. Попеременно, вот и все. О боже! Нет! Выкладывай, нет! Господи, посмотрите на женщину-кошку. Это самая убогая поза в игровой индустрии, которую я когда-либо видел. О боже, не бейте! Я все скажу! Это пародия на допрос Бэтмена. Допрос Джокера Бэтмена, наверное. Миш 69, мелкая сошка. Оборона Лютера — настоящий шедевр. О боже! Что? След привел Харли к Лютеру, экспериментальное оружие, которое уменьшило Харли. Прыгайте и проскальзывайте, избегая лазеров, и собирайте кубы, чтобы ослабить защиту Лекса. Выполните сражение 10 раз, соберите все нано-кубы. Окей. Уи! Что? Замечательно. Понял. Я не ту кнопку нажал. Извините, ребят, не хотел. Не хотел убивать маленькую Харли. Да что с ней делать? С маленькой Харли, даже посмотреть не на что. Мне нравится, как она еще говорит. Вот так. Окей. Ну, а как здесь? Боже. Меня отвлекает этот крик. Это просто замечательно. Я так полагаю, мы будем в конце бить Лекса Лютера? Вау. Просто классный персонаж, точно относящийся к вселенной Бэтмена. Приячок? Да я опередил события! Господи, срань! Как это снова относится к файтингу? Хотя я не умею играть за Харли, так что давайте подавайте таких больше заданий. Больше, больше, детка, таких заданий. Больше. А, мне вот эти вот... Экран загрузки так раздражает, это просто капец. What the? Да я снова не ту кнопку нажал, знаете? Мне уже интуитивно как бы... я интуитивно уже нажимаю кнопочку прыжка, чтобы прыгнуть. Но кнопочка прыжка обычно в играх — это X. А ту кнопочку прыжка — это треугольник. Ну вы поняли, да? Я просто интуитивно нажимаю кнопку. Ладно, надо подготовиться к этому. Надо подготовиться. Треугольник — это прыжок. 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 Скольжение. Прыжок. 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 Есть, я все сделал. Ух ты. А что я не сделал-то? А, скольжение 10 раз надо сделать еще, вау. Ну хорошо, давайте еще раз. Я не знаю, правда, как это получится сделать или нет. А, можно скольжение, потом прыжок, скольжение, прыжок. Да-да-да, все, окей, я понял. Скольжение 10 раз, да? Окей. Здесь нельзя. Понял, здесь только один раз можно. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем, не ссыть, ребят. Спокойно, спокойно! Спокойно. Мы все сделаем. Представьте, что вы сидите где-нибудь на пляже, вам делать нечего. И вы смотрите это видео, потому что другие видео просто недоступны. Их просто удалил YouTube. Опять не та кнопка. Окей, давайте будем считать тогда, сколько...
Я сейчас постараюсь не отвлекаться. Я постараюсь не отвлекаться. Давайте, давайте, давайте. Я сделаю это. Я сделаю это! Я хочу третью звезду. Зачем? Не знаю. Я в других не выбил третью звезду, но здесь почему-то хочу, потому что это миссия 69, ребята. Вы понимаете, да? Да? 69, 3 звезды. Да, нет, нет, да, ладно. Неважно. 3. 4. 5. 6. 7. Чего? Ну я там не успею еще сделать. Еще сделать 3 подкатика. А где же еще делать-то? Может, в самом начале попробовать? Камон. А че у нас сейчас так долго прогружается? Что прогружать там? Ну, Unreal Engine 3 позволяет творить чудеса, похоже. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ну вот, видите? Не получается. Где-то надо еще один раз подкатиться. Давайте еще раз попробуем. Я, похоже, знаю где. Я знаю где. Там после какого-то прыжка или подкатика можно это сделать. Я вспомню. Где-то дальше, дальше середины. Во второй половине этой пробежки. А, вот здесь. Да, я все сделал. Я специально вам дал послушать эти крики. Уии! Это было круто. Следующая миссия. Последняя миссия за Харли Квинн, давайте. Сейчас мне дадут жару. Сейчас по-любому самая сложная миссия из всех миссий Star Labs. Стопудово. Миссия 70, обман. Лютер, расскажи мне все, что знаешь. Поверь мне, девочка, тебе лучше не знать. Я такое видел! Господи, я заходил в раздевалку звезд Playboy. Лютер, есть ответы на вопросы Харли. Заставьте его рассказать, пока, почему Джокер построил свою смерть. Выполнить комбо жонглирования из 4 ударов. Это не получится сделать стопудово. Никогда не допускайте заполнения всей шкалы, это тоже не получится сделать. Охереть! Охереть! Ау! Да что ж такое-то? Он пополняет здоровье, потрясающе. Сосать, тварь! Что это? What the fuck? Oh my god. Кажется, надо сделать вот таким образом. Вот же козел. Насрать. Комбо сбилось. Вот же козел, у меня ничего нету, чтобы ответить. Сейчас на все здоровье еще восстановит, ублюдок. Ну а значит, я делал комбо, ребят. Это еще одно подтверждение тому. Опять эта херня? Я как от этого уворачиваться? Вот таким образом. Только прыгнуть надо чуть раньше. Вот так вот. Я не знаю, как до меня это дошло, ребят, честно. Видать, у меня... Я какой-то гений. What the fuck? И что это было? Ну, потрясающе. Это... Идиотизм какой-то. Давайте ему дадим что-нибудь, от чего не сделал. А, может быть, можно было просто перепрыгнуть?
Наверное, я слишком усложнил себе задачу, да? Ну ладно. Охереть. По яйцам тебе, тварь! Опять комбо не получил сделать. Вот, наконец-то. Иди нахер отсюда. Затрахал плавать, прыгать, бегать, жопой страдать тут. Уи. Ау. Я не хотел этого делать. Ну и чё это? Надо прыгать какой-то вообще какой-то самый-самый-самый момент. What the fuck? Кто это придумал? Пошёл нахер! Я его встретил! Замечательно! Сейчас ещё попробую продолжить удар. Ау. Ну опять началось. Иди в зад. Говнюк. Быстрее пошли ведь. Постепенно восстанавливай здоровье, мудак! Слышишь? Приветик! И опять? И чё теперь? Что это было? Увидели этот баг? О боже! Я же даже здесь умудрился баг найти. А-а-а. Они больнее бьют теперь. Охереть. Ах ты, твою мать, ублюдок! Ублюдок! Я тебя ненавижу, кусок говна! Там оставалось-то чуть-чуть, господи, я же потерялся в ударах. Думал, какой удар бы ему нанести по жопе, ему как бы надавать, а? Окей. Ну, охереть! Охерительно. Да ты что за козёл такой? Говнюк! Пошёл вон от меня! Сколько можно его пить-то, а? Ну поехали с этим дерьмом. Она так сидит, мол, ну чё, браток, чё надо, чё надо? Ну отлично, я даже не успел нажать ничего. Fuck you. Да, их не перепрыгнуть. Они слишком длинные. Ха-ха-ха!
Да, что ж такое-то? А, он все равно начал атаковать. Фу, лох. Чмошник! О, перепрыгнул. Да я нажимал это говно! Я нажимал, ничего не знаю, уже не нажимается кнопка. А, боже мой, дерьмо какое, а. А, давайте сделаем такую миссию, в которой игроку будут снимать 30% хп. Мне интересно, что делать людям, которые не догадались вот об этой возможности висеть в воздухе, когда мы нажим... А может это здесь указано, кстати. А, вот, используйте опаньки в воздухе для перелета через низкие стены. Ну, видать, я какой-то экстрасенс. Ну, отлично! Он всегда это делает. Что это такое у него? С броней. Охереть. Охереть. Да затрахал! Наконец-то. Пошел вон от меня, кусок говна. Не знаю, что мне дает вот это вот. Может, это дополнительная броня? Окей. А, боже мой, какое дерьмо. Эдбун, засунь себе в жопу что-нибудь, пожалуйста, а! Чтобы ты почувствовал себя на месте игрока. Я снова бросил очком почему-то. Отлично. Ну, мне нечем ответить. Кусок. А, и мне не дали комбо доделать. Мне просто комбо сбросили, потому что пришло время снова занимательных историй. Ну какого черта? Заткнись. Если он не заткнется, я ему похари надаю. Опять? Опять сбросили комбо ведь. Боже. Нюхнуло что-то? Надо добавить к этой игре замечание о том, что она... Что в ней применяются наркотики. А я пока здоровье восстановлю, понял, да, лох? Ты мне комбо даст заделать, нет? Пошел нахер, я все задания выполнил. Да! Сосать, тварь! Вот и все. Бла-бла-бла. Я знаю, что я все это получил. Наплевать. Ну все, миссии за Харли Квинн закончены. Миссия последняя была жопной. А все остальные миссии вообще не связаны с файтингом. Поэтому... Поэтому мы переходим к Девстроку, видать, да, именно к нему.